Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем проходить прототип. Первый. Блин. В прошлой серии мы с вами много чего узнали нового. Поэтому... Нашли доктора. Какого-то, блин, доктора, который специализируется в чем-то. В общем, много чего узнали. Посмотри прошлую серию там. В правом, верхнем, левом и верхних углах. Подсказочка на... прошлую серию и на плейлист данным с прохождением данной игры. А так усаживаюсь подобнее, надевай пледик обязательно. Приятного аппетита, ты кушаешь, приятного чипничка пить или пить воды, приятного просмотра. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, ну что, let's go. Получается. Нам с тобой обратно. Смотри, останавливается хпшка. Что происходит? Они знают, что ты не инфицирован. Наверное, они хотят использовать тебя для производства антивирус. Если мы изучим его действия, может быть, я смогу найти способ помочь тебе. Как? Найди транспорт для Раглан. Будет транспорт его найти. Танк.
10 station bodies are in a base in Harlem. Let's go. If you can get me a couple of minutes with those corpses, I think I can get what you need. Заброшенную военную базу. Ну ладно. По идее, я их не должен пробить. Жаба мне попал нормально вообще. Меня, блин, почему танк переворачивает? Да. Интересно. What is that? Just ignore it. I'll deal with it. This won't take long. Just give me some time. They're coming! Stop them!
У вас, ребят, дохуя, нет? А ебать ваш... Блять, суки ебаные Я еще сколько, блядь, минута? Блядь, вы чё, долбоёба, нахуй? Подожди, может надо какие-то... Давай улучшения какие-то посмотрим. Может надо какие-то улучшения. Чешо. Ой, бля. Это понятно, пока недоступно. Так, X удерживайте X. LT. Подожди, не понял, что он не работает.
Viena. Да иди нахуй, блядь. Ну это пиздец, да блять, что это за хуйня-то нахуй? Блять, куда ты нах... Блять, как в Ассасине базарю тебя. Это нахуй, уебан нахуй, суки, блять, бесите вы меня уже. Ну это просто, ребят, ну это просто пиздец. А их тут двое уже, пиздата, ребят. Блять, их уже трое нахуй, что-то. Ну что за хуйня, вот у него анимация, почему, блять, он уебан такой, блять, бьет меня, вот почему, что это за хуйня, блять? Бля. Где он, блядь, сам? Блядь, ну ты, вот что это за хуйня? Сука, ебаная игра нахуй, просто. Не, игра-то сама хорошая, блядь. Просто ее нихуя не оптимизировали, в этом проблема-то вся. А, да? Вот так, блин, да, значит? Поехали, поехали.
jump. That's not good. Да. Ой, блядь, что это? Ты можешь ехать-то, ебать. Да. Трэш. Трэш просто. Лютый трэш просто. Мне интересно, почему вот это вот херня, что это такое вообще? А, что-то металлическое большое, ладно. Наконец-то. Было интересно, я изучу это. Проходить через несколько часов, будет готов анализ. Там вояк шел. Поехали. We need a host the parasite can infest. This host will produce antibodies. These antibodies are vital for your restoration, Alex. Take this syringe, locate the correct hunter by genetic type and inject it. If you inject it and consume it, it should cure you. Yeah, I've heard that before. This aircraft has a DNA sensor array. I can reconfigure it to find the hunter I need. Маркус Грей. Piloting a Grey Goose is a tough job. Этот гусеница задачка не из легких, а подсоединить надо на 100-метровый здание и посадить его на 7-й авеню вообще отдельная песня. Повезло мне, что я офигенно крутой пилот. Пизда ему. Смотри. Может, мы взлетим? Ground.
Раз на вертолете летаем. Да. Rudder. Hey, I can fly this thing. Индикатор силовой сигнал. Охотник, не обращай внимания. Где-то вот здесь одна. Бля, ну ты... Чел, ты... Допустим, мы это сделали. Что это, блядь?
Что это, блядь? Хуя, блядь. Ты видел? Сейчас смотри-ка, жесткая броня. Что это? Угу. Так, ладно, погнали. У нас теперь следующее задание с тобой. Джеральд Бердж. Посмотрим. Посмотрим. Сэр, между нами, что это за черная стража такая? Все, вам нужно знать то, что вы будете получать от них указания. Я мой профессор. Я буду делать, что потребуется, но между нами. Что за черт вообще у нас тут творится? Майор, есть два вида, в которых... сюда.
Модернизацию разрушителя вал шипов. Держать Y плюс, ага. Тоже мне ничего интересно. Так, давай-ка мы с тобой прокачаемся. Собственно, вот это 100% нужно. Еба. Майкл Хамлин. Давайте посмотрим. Ты можешь сказать, Вашингтон вообще ничего не может? Они объявляют военно... Ну, они стали заниматься. Для них это просто статус. Разговор был прерван по соображению национального безопасности, кстати, законом. Ну, let's go. Let's go. Так, что должен был сказать Рагланд? Она, прости меня. Я не знал, как тебе сказать. Я должен знать, зачем. Я хочу понять, зачем они сделали из меня это. Все в порядке, Алекс. Ничего. Слушай, несмотря ни на что, все равно мой брат. Что это? Нормально. И куда ты, блядь, прыгаешь, нах? Ты, блядь.
Идите нахуй, блядь, твари, блядь. Нахуй меня трогайте, блядь. Ёб Хотя он можно мне такие же прыжки, блядь, дать? Да, вы долбоёбы, вы не того преследуете, нахуй. Не, не, отстой, нормально всё. Нахуй ты меня-то палишь, ёбаный ты, блядь. Здорово. I had no idea why Green took my sister. Revenge, bait for a trap. All I knew is I had to get her back. These infected. Это как звери, в то же время их как будто кто-то направляет. Like a hidden hand guiding them. The hive mind became. Моим единственным шансом был коллективный разум. Я собирался просто идти по следу, да, на площадь зараженных, пока не дойду до того, кто забрал ее. Но потом я понял, у меня есть средства. Знал черную стражу в угол. У меня есть.
Я могу истребить зло в зародыше. Нужно только подобраться поближе к Гарине. Infected army without a leader. It's only a matter of time before they're wiped out. And if there are other leaders out there? No. They're all dead. All dead. Except me. Блин, Нопперс. Сэр, район на проводе. Говорит 21. Что вас удаляет? This is Citadel Command. All hands report stations ready. Jets field and ready for overflight of control zone. Stand by for orders. Сэр, ждите, ждите приказаний. Джон Чен. What's the situation with сейчас с Мерсером? Разыскивается в связи с подрывами. Аналогичный удар для Мерсера. As of last night, Alex Mercer is the number one terrorist threat in the United States. Интересно, блять. Все больше и больше узнаем. These operators are out of merit. Some fucking division or another. Blacker than black, these fucks. They got no rank, no fucking protocol. They're fucking barbarians. And they're in charge. Yeah.
Охуенно, ребят. Хорошего стоим. Что ж, начнем. I need to find the hunter that took Dana. This hunter you're looking for seems to be a variant of the species. It fulfills a leader role. The other hunters take cues from it. If you can find and consume a leader, it may give you indications where the... Смеешь найти положитель лидера, можешь получить наводку. Сейчас моя единственная главная боль дана. Короче, ему нужно, он сказал, нужно найти лидера, чтобы найти Дану. Дану. Дурачок, что ли? Здорово. Блять, вы что, дурачки, что ли, совсем на? Пожалуйста, 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 живи, 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 мужик. Живи, 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 живи. Живи, 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 живи. Да ну ты дурач, блять, я рот ебал, понял. Как-то работает, блядь. Охуев, охуев с этой, блядь, игры. Какой раз уже. Как вонт работает сам?
Сейчас, короче. Блять, совсем что ли нахуй, ёб. Блять, я не знаю, как им управлять, правда. Я уже заебался. Как по Assassin's Creed 1, знаете, блять. Какая хуйня той же, блять. Все, блять, заебали. Блять, ну эти гандоны, блять, не по тому палят, ебать. Черт ебаный, блять. Блять, что это уебок у меня, блять? Блять, на я рот ебал этой игры, блять. Просто нахуй. Дальше хпашечку поставлю. Бля, почему такие долгие анимации? Это меня вот беспокоит очень сильно. Ебитесь с меня.
Поехали. Блять, ну вы заебете нахуй. Бля, очень долго анимация. Очень, а вон сколько хп потерял уже, блядь, ну долбоёб ты нахуй! Сука, я рот ебал эту, блядь, просто эту игру, просто я в рот ебал. Чисто нахуй. Он, как минимум, не управляется так хорошо, как должен управляться, по идее. Продолжаем наш разговор. Просто и долгие анимации, блядь. Это как минимум просто именно неудобно в плане вот геймплея. Мне нужно, видите, кто-то, блядь, подпрыгнуть, вот так сделать. Они даже не им похуй вообще на все. Вообще, у них анимация своя, блядь. Видите, у них своя анимация, блядь. На, блядь. Сосать, плюс лежать. Просто, блядь. Жёстко, хуйня. Блядь. Ты еблан, что ли, или что? Ну, ты его, наверное, вот эти... Bravo.
Блять, что это за хуйня, блять? Что это за хуйня, блядь? На. Миш. А где он, блядь? Поехали. Конец, блядь. Я понял. Просто похуй. Просто поебать ему. На все вообще в этом мире ему похуй. Да ебать твой хуй, блядь. Ну и в чем прикол? А, вот этой хуйни. Бля, ну это пиздец просто. Ну ебаный. Мальчик. Зря. Вот что это за хуйня? Что это за тайминги ебаные? Вообще поебать ему, блядь. Не успею. Блядь. Да иди нахуй, блядь. Бред, блять, ну что ты, блять, я в рот ебал от управления. Подожди, ну это я помню, блять, что нужно вот так, блять. Как мне его победить, блять?
А, он легкий, блядь. Да, легкий, блядь. Иди на... Блядь, уйди. Да иди нахуй, все в пизду тебя, блядь. Вот это, блядь, меня бесит, это анимации ебучие, что, блядь, приходится такой хуйней страдать. Можно быстрее восстанавливать эту хуйню ебаную. Ну, нормально, чисто в текстурах застрял. Ну, игре тоже много лет в токе, блядь. Right, ну, это подбешивает, надо подбешивает. Так, ну давай мы с тобой сохранимся, остановимся на этом. Жалуй. Спасибо за просмотр, такая серия была. Довольно-таки интересная, да? Ну, довольно интересная и очень такая экшонновая. Спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, это несложный экран, спасибо, кто это делает заранее. Огромная поддержка ваша мне, спасибо огромное, это для меня это очень ценно, реально очень ценно. Вы продолжаете продвигать канал, так еще плюс, и меня поддерживать, спасибо заранее, кто это делает. В принципе, все, спасибо за просмотр, увидимся в следующих сериях, давайте.